Jeep Grand Cherokee, он же легендарный Чирокез. Раньше эта тачка была реальная бандитская, пацанская. И вот две машинки, которые выехали из нашего СТО, наших клиентов, будут отправляться к ним же. Поэтому давайте посмотрим, что это за машины и вообще, что из них получилось. Это, на первый взгляд, очень похожие одинаковые машины, но на самом деле они абсолютно разные. У нас есть два претендента. Первый обычный Jeep Grand Cherokee, но он 22 года, в уникальном цвете и с пробегом 5000 километров. То есть это абсолютно новый автомобиль. Новый и, наверное, в каком-то роде даже будет неподражаемый. Потому что формы у него красивые, машина в езде интересная. 3.6 двигатель, полный привод, там 7,7 секунд до 100 он разгоняется. Вот. Были здесь повреждения по передней части. Кому интересно, можем показать, какой она была на аукционе. Здесь R20, а здесь у нас, и здесь у нас тоже R20. В общем, видите, из-за цвета кажется, что эти черные немного больше. Но они абсолютно одинаковые, просто разный расцвет. Электропривод багажника, обязательно полный привод. Друзья, вы всегда должны быть уверены в том, что если покупаете Grand Cherokee, что он полноприводный. Потому что бывают задние приводные версии. Ну, здесь все красиво, симпатичненько. Но о чем говорить, абсолютно новая машина. Здесь еще никто не успел поездить. Я же говорю, 5500 километров пробега. Это вот еще один диск, я так понимаю, наверное, на запаску. Бесключевой доступ, да, то есть комфортный доступ в салон. Не уверен, что это Алькантара, скорее всего, просто кожзам, потому что комплектация здесь ну, не самая минимальная, но как бы средняя. Ковров не было еще в Америке, а нет, 5351 километр, даже еще немножко меньше. Заведем. Спорт режим есть, пневмы здесь нет, запуск с ключа есть, подогрев руля, подогревы сидений есть. Есть практически все. Люк тоже есть, небольшой. Все, что нужно для комфортного передвижения, здесь есть. Пойдемте теперь смотреть на красную. И второй автомобиль у нас тоже Jeep Grand Cherokee. Но есть у них одна существенная разница. Разница будет только лишь комплектация. Ну и года. Это чуть старее, хотя по цене они приблизительно будут одинаковы. Ну, красный будет немного дешевле за счет года. Он у нас, кстати, кто не знал, ВИН-код на джипах идет не на стойке, а вот он нарисован здесь. Соответственно, здесь же можно и найти год выпуска. Это 6 месяц 2018 года. Так вот, ребятки, разница принципиальная, и она в том, что здесь есть пневмоподвеска. И на самом деле в рулежке это абсолютно две разные машины. Это очень мягкая, та немножко более взбитая. Опять-таки, мнения разделились, кому-то больше нравится, чтобы машинка была очень мягкая, да, там, не знаю, может кто-то ездит по плохой дороге в такой какой-то непонятной местности. В городской езде разницы особо не ощутить, но этот будет немножко более валкий. Но, в принципе, если его поставить в спорт режим, чуть-чуть опустить, ну, я думаю, он будет тогда поустойчивее. А, здесь еще с завода идет прицепное. Это заводской, как на Дюранго, как на Эскалейдах. И так далее. Там это нужно будет устанавливать дополнительно. То же самое, электрорегулировочка у нас есть, шторка есть. Ну, в багажнике разницы нет никакой. Так вот, ребят, эта комплектация называется Overland. Отличить ее можно очень просто. У нее будут другие сиденья. Как видели, там были комбинированные сиденья, да, там а-ля Алькантара, здесь полностью кожаная, и вот здесь на спинке кресла обязательно есть такая гравировочка Overland. Это значит, что комплектация у вас крутая. По салону разницы особо нет, только здесь добавлены две кнопочки. Пневма поднимается вверх, пневма опускается вниз, типа деревянный руль. В целом все. Вот, так, давайте посмотрим, что здесь. В принципе, все то же самое. Тоже подогревы руля. А, здесь еще есть вентиляция сидений. Если я не ошибаюсь, тут музыка немножечко повеселее должна быть. А, и также еще здесь есть панорама. Да, давайте, ну, шторку уберем. Панорамка очень даже красивая. То есть можно на одну часть, на вторую часть. А открываться, я думаю, будет только люк. Нет, полностью складывается, да? Так что, ребята, как... Так, а дальше, подождите. А еще... Не, все. Вот, короче, вот максимум. Но при желании, да, вылезти вполне возможно. Место куча. И в салоне тоже место
огромное количество. Вот эти мне, эти машины и нравятся. Так, здесь у нас есть два USB, один AUX, куча режимов, камни, грязь, автоматический, щебень, снег, блокировка, помощь при спуске, парктроники, спортивный режим, эконом-режим. В общем, все, что нужно для комфортного передвижения и существования, здесь есть. И в той машине тоже есть. Вот. Но тут уже зависит от того, хотите вы ездить на пневме, либо же на обычных стойках. Маленький пробег и цвет, поэтому я бы больше отдал бы приоритет вот этому аппарату. Да, хотя на пневме, конечно, на порядок мягче, вообще другой абсолютно вариант. По бюджетам на эти тачки, реально, если вы хотите нормальную машину, нужно целиться минимум там в 33-35 тысяч долларов. Если хотите там в крутой комплектации, в классном цвете, с минимальным пробегом, минимальными повреждениями, либо наоборот там, с повреждениями посильнее, тут уже все индивидуально, от этого и будет скакать цена. Поэтому, ребятки, если вы хотите заказать Jeep Grand Cherokee, да, либо же любой другой автомобиль из США, вам стоит написать нам на сайт, оставить на сайте заявку, либо же написать нам в Instagram, либо перейти в наш телеграм-канал и в нашем телеграм-канале написать нашим менеджерам. В общем, какими каналами связи вы пользуетесь, вот там и оставляйте заявки, там, где вам будет удобно и комфортно. Напишите свой запрос, и наш менеджер просчитает вам машинку до последней копеечки. А мы будем провожать машины и отправлять их нашим клиентам. Так что всем хорошего дня, вечера, ночи. В общем, хорошего времени суток.